Комиссия партийного контроля партии «Нур-Отан» ведет работу по рассмотрению поступивших от населения обращений, среди таковых повышение цен, перебои с подачей света или воды и другие. По этим вопросам члены комиссии встретились с жителями Желаевского сельского округа. Одной из проблем желаевцев является частое отключение электричества, из-за чего у многих вышла из строя электробытовая техника в большом количестве. Слабый сигнал интернета также беспокоит жителей села. На улице Шоссейной свет отключили утром. Для тех, кто работает дистанционно, это огромная проблема. У нас очень часто, сынок, свет отключили. Очень часто. И когда не позвонишь, кое-когда звонишь, идет ремонт на линии. Вот и все, весь ответ. Внук улица в колледже, дочь учительница по химии. Сегодня у них родительское собрание, вот она ушла в город, квартиру, потому что там свет есть и интернет. И интернет у нас вообще плохой, Казтелеком, они кое-как занимаются. Ну и вот сейчас перешли они на какие-то обучения по компьютеру. По этому вопросу партийцы связались с местными представителями акимата. Те заверили, что рабочая бригада соответствующей организации выехала на место и ведет работу по подаче энергии. Вместе с тем члены комиссии провели мониторинг цен в местных магазинах, ознакомились и с другими вопросами и предложениями сельчан. Также мы выяснили, что данный житель в интересах воспользоваться после нашего послания президента. Есть возможность реализовать свой бизнес, то есть малых, средних бизнеса. То есть сейчас что у нас не хватает? Конечно, это в первую очередь для наших жителей аптеки, медикаменты, маски и прочее. Один наш житель изъявил желание, например, реализовать свой бизнес. То есть из-за того, что отсутствует аптека в данном населенном пункте, изъявил желание открыть данную аптеку. Партийный контроль будет продолжать свою работу, свою деятельность. И по мере обращения, поступления жалоб или предложений со стороны наших жителей мы будем реагировать и выезжать на место